первые годы выпуска журнал был автомобильным приложением к газете, через год стал самостоятельным мужским изданием. Спустя 14 лет это уже журнал о бизнесе и стиле жизни. Региональный журнал «Автограф» является полностью аутентичным, самостоятельным, а благодаря креативной команде издания – максимально актуальным и востребованным. Получая обратную связь от наших клиентов, партнеров, друзей, коллег, мы убеждаемся в том, что все делаем правильно, что «Автограф» идет верным своим собственным путем, оставаясь интересным для читателей. Путеводная звезда журнала, его друзья и партнеры вместе с командой «Автографа» пришли отпраздновать этот знаменательный день. Я желаю вам, чтобы творчество вас не покидало, чтобы творческое вдохновение всегда было с вами, и вы его реализовывали. Многие из гостей – люди, которые не первый год журналом. Они помогают развиваться, быть современнее, чувствовать, что необходимо аудитории здесь и сейчас. Некоторые стояли бок о бок с «Автографом» времен основания издания и продолжают успешно сотрудничать с ним по сей день. Хочется, пользуясь случаем, поздравить с великолепной датой, 14 лет. Детям в этом возрасте дают паспорт, поэтому я считаю, что нужно продолжать развиваться, расти, набирать аудиторию. Праздничный вечер прошел в формате интеллектуальной игры «Квиз». Гости с удовольствием отвечали на вопросы ведущего Александра Рухадзе. Первый раз. Очень интересно. Сближает команду. Все хорошо, замечательно, привычные лица, хорошая обстановка, атмосфера прекрасная, праздничная, приятная. Хотя есть и легкий игровой настрой, и небольшое даже напряжение. Партнерами мероприятия стали ювелирный дом Александров ИК, клиника эстетической лазерной медицины «Евростиль» и эстетической медицины «СКБ Клиник», торговые марки «Авео», «Легенда жизни». Финалом встречи стали праздничный салют, именины, торты, награждения победителей в лучших традициях бизнес-издания.